друзья, всем привет! Сегодня у меня задача отмыть вот эту вот часть. Все здесь достаточно в грязном состоянии, жир, налет. И самое главное, я буду отмывать вот этот лоток. Он, вроде как я не замечала, но пригляделась, обнаружила тут очень сильное загрязнение. И как правило, мы будем отмывать быстрым, простым способом, чтобы не тратить много времени, безопасным. Давайте начнем. Ближе покажу. Здесь такие трудно удаляемые пятна. Просто так удалить это тяжело. В посуду я добавляю 2 столовые ложки перекиси водорода. Беру вот такими большими упаковками. Потому что перекись практически у меня используется везде. Также сюда добавляю клей канцелярский. Можно покупать вот такими упаковками в канцелярских магазинах. Можно покупать вот такими большими упаковками. Если вы используете во многих местах. Сюда 3 столовые ложки клея. У меня такой нестандартный метод, скажем так. 2 столовые ложки пищевой соды. Все. Это все нужно залить горячей водой. Здесь у меня около 1,5 литров горячей воды. Все. Перемешиваем, чтобы все растворилось. Берем и все заливаем в лоток. В основном у нас все это на дне. То же самое можно проделать и с сушилкой. Пластиковая сушилка есть внизу. Вот. И оставить ненадолго. Все это мгновенно будет убираться. Вот так сразу можно почистить. И дно будет чистое. Смотрите, вот видите, были такие загрязнения. Проводим просто салфеткой, и все удаляется. Работает прям на отлично. И вот эти сильные загрязнения, которые вот были, за секунду все удаляет. Можно оставить, если у вас прям дно такое сильно загрязненное, можно оставить минут на 10, потом пройтись, и все будет чисто. Очень хорошо работает, прям идеальный такой состав. И если вот у вас такие проблемы, сделайте такой состав обязательно. Этой жидкостью, даже не лоток, а вот это вот само основание внутри шкафчика, прям вот с одного. Тут просто проводим салфеткой, без всяких там жестких губок, все очищается на ура. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Друзья, эту жидкость я не выливаю, она у меня поработает еще. Можно использовать для лотка в стиральной машине. Можно использовать для того, чтобы почистить, как я уже сказала, пластику, вот эту вот подставку от сушилки. Часто она бывает грязная. И этот способ тоже работает на ура. Сейчас я пройдусь, сполосну и покажу вам результат. Друзья, посмотрите, идеально чистый лоток. Без всяких вот этих жировых отложений, пятен и так далее. Как вам способ этот, друзья? Напишите под видео. Может быть, у вас есть свои секреты. Буду рада, если вы напишите. До следующей встречи. Всем пока-пока.